Лавиния Боха. Мы проели вам, возможно, плешь этим брендом, но мы, как профессионалы из темы, мы в восторге от многих интересных вещей и продолжаем делиться с вами. О чем речь? У нас в ассортименте появился новый производитель для нас, для нашего ассортимента, новый производитель Лавиния Боха. Это немецкая компания, производящая сантехнику. Я так понимаю, судя по тому, что я вижу здесь, мы смотрим на инсталляцию, то есть это конструкция, на которой подвешивается унитаз, написано «сделано в Польше». То есть данный немецкий бренд, видимо, заказывает те или иные изделия на тех заводах, качеству которых он доверяет. Да? В данном случае инсталляция сделана в Польше, что, наверное, неплохо, это Европа. Знаем, что вся Европа сегодня живет по очень строгим законам сертификации качества своих товаров. Ну, давайте, ладно. Это все, так скажем, пустые слова и эмоции. Что на деле? Чем интересна инсталляция? Ну, первое, что я вижу сразу. Смотрите, раз, два. Даже так вот сделаю вам. Чтобы было более очевидно, вот так сделаю. Вы замечаете разницу в ширине, да? Получается, что вот эту инсталляцию нашего героя сегодняшнего разговора отнесем ее к разряду компактных по ширине. А значит, в каких-то ситуациях мы можем очень прилично сэкономить место в своей квартире. Например, вписав эту инсталляцию между трубами в канализационном стояке. То есть им есть масса ситуаций, когда именно вот на похожем расстоянии стоят трубы, и, соответственно, понимаете, вы в обычной жизни вынуждены лишить себя этого пространства где-то сантиметров 30 из-за труб. В данном случае вы можете не лишать себя этого пространства, а утопить туда такую инсталляцию. Плюс, наверное, плюс. А здесь мы уже подготовились, просто все это сделали. Изначально в этой инсталляции нет такой прекрасной штуки, как дозатор для ароматизатора. Что такое? Что за игра слов? Сейчас рассказываю. Смотрите, я сейчас разберу. То есть вот такая вот штучка. Продается она отдельно. Вот она. И видите, как я ее легко снял. Также легко ставлю на место. Ставлю легко на место. Это дозатор. К нему же в комплекте продается вот такое прозрачное окошко, куда мы берем купленную в любом магазине бытовой химии таблеточку ароматизатора, вставляем и при помощи этого устройства, опа, нажимаем рычажок, скидываем ее сюда. Дозаторы вообще бывают у производителей инсталляций, но, как правило, это отдельная какая-то конструкция инсталляции, и стоит это очень дорого. Например, у компании Groya это стоит прям вот, ну, очень дорого, хотя, повторюсь, такая функция есть. Здесь в любую инсталляцию Лавини Боха есть определенный ассортимент. Такой дозатор докупается отдельно и ставится. То есть на сама возможность установки дозатора никак не сказывается на цене инсталляции изначальной. Да? Вы можете докупать, потом не докупать, право ваше. Что еще я вижу интересного? Вижу классную штуку, которая есть далеко не у всех. Видите, это отсекающий краник. То есть, если у нас что-то, как мы часто боимся, каких-то там протечек, у всех систем инсталляции всегда легко снимается кнопка. Сняли быстро, перекрыли воду, сделали, что захотели, дальше здесь разобрались. Очень нравится мне вот эта вот штука. Это подвод воды, штуцер латунный. У абсолютного большинства он пластиковый. То есть сюда мы вкручиваем суровый металлический шланг для подачи воды, закручиваем это гаечным ключом. Здесь эту резьбу сорвать невозможно. Это здорово. Это для надежности шикарно. А что мы знаем на цифрах, на фактах, которые нам преподносит сам производитель? Все инсталляции Лавиния Боха изначально отрегулированы под оптимальный набор воды для работы унитазов Лавиния Боха. Проще говорю. То есть, если вы купите безободковый унитаз Лавиния Боха, купите эту инсталляцию, ничего здесь трогать не надо. Инсталляция будет работать так, смывать так, что вода не выплескивается из бачка, и танцы с бубнами не нужны. Не нужно крутить, лезть, уменьшать подачу воды, чтобы вода не выплескивалась. Но, если вы не хотите покупать унитаз Лавиния Боха, есть еще один аргумент, почему можно купить при этом инсталляцию Лавиния Боха. Да, потому что, например, вы хотите сделать так, чтобы ваш бачок набирал максимальное количество воды. Здесь это делается очень просто. Смотрите, я вот оттягиваю пальчиком фиксатор поплавка, видите, да, и начинаю его двигать вверх. То есть, чем выше я поднимаю
поплавок, тем больше воды наберется. Наберем полный бачок. В плохой ситуации, если унитаз у нас безободковый, нажмем на кнопку, и большое количество воды из-за давления стартового вот, вертикального столба воды создаст скорость большую, и выплеснется вода наружу. А у этого производителя мы докупаем отдельно. Есть у нас в продаже малюпасенькое такое пластмассовое кольцо, рассекатель. Легко снимаем одним движением руки арматуру, ставим это колечко вниз. Это колечко рассекает поток воды. Таким образом, вы получаете полный объем бачка, который смоет любые неприятности внутри унитаза, но при этом скорость воды не очень быстрая, и за пределы безободкового унитаза она не выплеснется. Классная вещь. Так, я соберу это все назад, и вы сейчас точно знаю вопрос, который у вас есть, это цена. Сейчас я про цену скажу. Давайте я скажу про цену, потом уже соберу. Я возьму даже в руки эту штуку, и что увидим? Что система инсталляции сама стоит 100 тысяч тенге. Ну, скажу, что сегодня цены встречаются на рынке на инсталляции и ниже, но нужно разбираться в нюансах, о которых я вам сейчас рассказал. То есть это европейский продукт, не китайский, чтобы на нем не был какой бренд написан. Эта штука сделана в Европе. Видели по компоновке внутри, это все очень качественно в мелочах, а инсталляция это то, что мы зашиваем с вами за стенкой, и вот там сюрпризов бы никогда в жизни не хотелось получить из-за каких-то некачественных нюансов инсталляции. Клавиша отдельно, она прописана здесь, стоит 24 тысячи тенге, ну, собственно, клавиша продается отдельно к инсталляциям, нормальная практика. Инсталляция Lavinia Boha. Компактность, возможность использования дозатора, возможность использования, скажем так, из коробки для безободкового унитаза Lavinia Boha, возможность выбрать опцию максимального набора воды, установить рассекатель и получить большой объем воды без риска его выплескивания за пределы безободкового унитаза. На этом закончим. Будет вам интересно, приходите в магазины, расскажем, покажем на деле еще более подробно, чем сейчас.